Привет, друзья! Сегодня у нас задачка прямиком из деревни. Подходит ко мне соседка и спрашивает: вот у меня осталось 20 метров сетки рабицы, и мне нужно сделать выгул для кур. Вот какой формы лучше сделать, круглый или квадратный, чтобы участок для выгула кур имел наибольшую площадь? Вот и вы, друзья мои, ставьте на паузу, думайте, в каком случае площадь получится больше, если сделать... оградить выгул круглой формы или квадратной? Интересный вопрос, да? Ну, давайте рассуждать с вами. Если у нас квадратный выгул, периметр 20 метров, соответственно, одна сторона, это 20 делим на 4, 5 метров. Площадь квадрата чему равна? 5 в квадрате, то есть 25 квадратных метров был бы выгул для кур, если бы у нас был квадратный участок. А если у нас круглый участок, то что будет? Ну, те же самые 20 метров, но вспоминаем формулу для длины окружности. Это 2πr, так, и это равно 20. Значит, радиус чему у нас равен? 20 делить на 2 и на π. Тут у нас получается 10. 10 делить на 3, 14. Получается, ну, примерно... 3,18. А теперь вспоминаем формулу для площади круга. Это пи r в квадрате. Что получаем? Пи это 3,14, а r это 3,18 в квадрате. Ну, перемножать это, естественно, все лень, но давайте просто прикинем. Даже если вот тут просто стоят троечки, мы получаем вот так вот больше либо равно, пишу, да, чем 3 в кубе. А 3 в кубе это 27. То есть мы уже получаем площадь больше, чем была бы у квадрата. А на самом деле будет еще больше, потому что у нас тут 3,14, а тут 3,18. То есть получится там больше 30 квадратных метров на самом деле. Вот такие дела. То есть выгоднее строить выгул круглой формы. То есть взять вот так вот сетку-рабицу и кружочком огородить участок. Будет самая большая площадь. Поэтому, видите, друзья, математика нужна в жизни. А значит, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там еще много таких задач. Ну и спасибо за вашу любовь к математику, что смотрите мои видео до конца. И пока, до новых интересных задач.